Нир из Бершевы спрашивает, что может сделать в десятке для того, чтобы улучшить подготовку к Конгрессу. Во-первых, потребовать знать, что там будет. И быть с этим связанным максимально. Программы, другие вещи. Потребовать от нашего русского отдела, потому что она, во-первых, несет за всю ответственность, чтобы разослали во все места программы, даже карту города, схему этого здания, где мы будем находиться, где будут трапезы, где будут занятия, где мы будем еще что-то делать. Потом распорядок дня должен быть. Потом, какова именно программа на день, каковы темы, о чем будет идти речь на Ишивот Хаверим, вплоть до самых мельчайших деталей, подробностей. Все должны это знать. Все группы. Ты говоришь, десятка? Десятка должна знать все. И заниматься этим вплотную. Затем песни. Хотя бы выучить мелодию, если не слова. Ну, допустим, слова там... Слова тоже будут? Я хочу знать, на каком языке люди будут петь. Это международный конгресс. Я также должен посмотреть, кто приезжает. Я не говорю о себе, но в роли организатора я не могу сделать так, как в Красноярске все по-русски. Здесь приезжают из Европы, приезжают из Америки, из Израиля 300 человек. Это должно быть как-то сочетаться. Что они думают об этом? И так далее, и так далее.